Привет, друзья! Вы на канале Official Johnny Style, с вами Максим. Как обычно, мы находимся в Москве, на улице ноябрь месяц, достаточно прохладно, нахрапывает что-то типа снега-дождя. Ну что, вы соскучились по путешествиям? Если соскучились, то усаживайтесь поудобней, и сейчас мы с вами отправимся в Вифлеем. Итак, друзья, кто не знает, что такое Вифлеем, я вам сейчас немножко покажу и расскажу. Всем привет! Мы находимся в Палестине, в городе Вифлеем, где родился Иисус Христос. Это видео для нашего канала Official Johnny Style. Вот можете посмотреть, как выглядит город. Вот здесь находится паломнический центр. Она же лавка с сувенирами. Вот обычная, можно сказать, улица городка. Здесь всего 35 тысяч населения. Ребята, вы только что посмотрели небольшое видео, небольшую зарисовку о красивом городе Вифлеем. Ну а теперь мы плавненько переходим к слайдофильму. Палестина во всей красе. Фотографии стоя, лежа, наполненные всей красотой этой автономии. Так что смотрим. Палестина – это историческая область на Ближнем Востоке. Границы области охватывают территорию современных секторов Газы, Израиля, Голландских высот, западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии, от Сидона на побережье Средиземного моря до Дамаска в северной ее части и от Рафиаха до залива Акаба на юге. Одним из памятников Палестины является храм Рождества Христова. Храм Рождества Христова в Вифлееме – это действующая церковь, построенная прямо над пещерой, где появился на свет Иисус. Здание, возведенное почти 1500 лет назад, дошло до нашего времени с незначительными изменениями. Внутри храма есть несколько объектов древнего и недавнего происхождения, привлекающие особое внимание туристов. Это звезда Рождества, чудотворная икона Божьей Матери, ясли Христа. Ну а теперь, ребята, немножко видов снаружи и внутри храма. Поэтому давайте потихонечку смотреть. Ну и, конечно, вы узнали, кто это. Это Георгий Победоносец. Ну вот, друзья, мы снова в Москве. Мы вернулись из Вифлеема на грешную нашу землю. Итак, кому понравилось именно это видео, обязательно поставьте палец вверх. Не забудьте оставить свои комментарии под этим видео. В комментариях, конечно же, вы можете задать вопрос, на который я отвечу. Ну и, конечно же, поделитесь этим видео, ведь оно очень интересное. Подписывайтесь на мой канал обязательно и рекомендуйте другим. А сейчас пока!